Ты думаешь, ты затащишь? Да. О, привет. Да отвали, блин, да, да блин, я думал, ты не достанешь. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-Крошка, Ворин, Васаби-Скромник, Спринт-Труп, Кокоас, Китти, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и как и обещали, у нас сегодня будут аниматроники гоняться за нами в тумане на карте FNAF 4. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем убегать. В уголок спрятался. Да, я тоже заныкался, хорошо заныкался я. Блин, ребята, очень страшно, когда ты знаешь, что бегает аниматроник. Видите, как карта круто смотрится с туманом? Немножко добавили и уже офигенно. Что, убил кого-то? Ты так быстро бегаешь? Ой. Я вижу, как он бежит за мной. Будем делать ноги. А где он? Я что-то его видел, он прибежал. Видишь меня? Блин, ну я тебя слышу. Вот он бежит. Да не, отвали. Отвали, я с тобой не хочу дружить, ты очень злой аниматроник. Лоси себя быстрее, чем ожидалось, да? Намного ты быстрее. Ну ты можешь подловить, ты же можешь, я в тебя верю. Максим ведь это, он ведь это, крыс, найдет способ. Пацаны, я бегу в дом. Это, конечно, стрёмно это делать, но я в доме. Да не надо. Зачем? Дайте выход. Я успею убежать, я успею. О, привет, Васаби Скромник, стрёмно. Смотри, где я. У меня тут есть нычка, я нашел нычку. Он тебя найдет и убьет все равно. Зря. Лучше давай чекать проход. Инфу. Привет, Денис. Привет. Пацаны, вы что, все в дом прибежали? Вы что, смертники? Он сейчас сюда придет и убьет нас. Я у него перед носом бегаю. Думаю, знаешь, в чем проблема? Окно не забыть. Да? Да. Ой, я испугался. Окна бронированы. Так, у меня есть тактика. У меня есть тактика, и я ее буду придерживаться. Как только он заходит в дом, я не знаю, а тут можно как-то на крышу убежать или нет? Нет. Есть, я убежал. Блин, плюс два аниматроника. Нет, почти все. Стой. Отлично. Вот это крики. Так, подождите, стойте. Стоп, игра. Теперь мы, ребята, добавляем тумана. Не убивай только никого. Потому что осталось меньше игроков. Добавляем туман. Не сильно. Стойте. Я просто переборщил. Димас, это что? Да не могу галочку поймать, она резко двигается. Все. Стойте. Отлично видно, отлично. Да блин. О, смотрите. Ну что, увеличилась сложность. Кайф. Ну, чуть-чуть совсем. На чуть-чуть, да, нифига себе, ничего не видно. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, потому что ролики выходят каждый день. И можно теперь стать спонсором канала и получить новые эмоджи и роли на канале. Лоубит есть, у нас разные эти роли есть по аниматроникам, так что любой может получить. Так. Дима, я пользуюсь твоей тактикой. Тактика крысы? Есть такое. А я на пролом кинуть. Иди сюда, Дима. Отвали, блин, да я же бежать хотел резко. Боже, видел, обосраться можно. А что, видно, да, чуть-чуть? Я вообще не видел. Вообще, абсолютно. Я по них ориентируюсь. Так, подождите, а где эти аниматроники? Они тут в самом верху нет? А, все, нашел. Я буду забонить. Блин, так нифига не видно. Кажется, я всех убил. Или получается, что когда туман аниматроникам легче? Нет. Я еще живой сел. А, ты живой еще? Да. Нифига не видно вообще. А еще... Но я не буду добавлять. Я не буду добавлять видимости, потому что это будет нечестно. А где он, пацаны? Давай ищи, я сижу на одном месте, если что. Я в дом иду, пацаны. В доме, мне кажется, будет чуть-чуть лучше. Ты убежишь, в доме? Ай-яй-яй-яй-яй, кокос, ну что ты, псих? Я как раз в доме сижу. Меня сейчас убьют наши. Ты не переживай, долго не радуйся. Ладно, сижу. Побежали. Вот это не кричат громкие аниматроники. Я там сигнал, я быстро беру.
Я понял, где он. Где? Он по мне стрелял. А еще ночной режим включил, включится. А не. Где он? Есть! Три, два, один. Ребята, один выживший, и все аниматроники. Будет очень громко, но так должно быть. Потому что аниматроники тихо не могут. Давайте Фокси идем побыстрее. Даем ставки, сколько времени он проживет? Я думаю, секунд 30-40, даже минуты не проживет. Да, смотри, мы сейчас тебя убьем. Смотрю. Так, смотрите, что надо делать. Надо идти просто ему навстречу. А, у нас же надо скидварда мочить. Я по кругу бегаю. Есть. Пыш. Видишь? Жопа. Так, теперь у нас следующий. Пошли, кто пошли. Будет? Я. Ну, давай идти, Китти, давай ты. Ой, потом я повыживаю, я покажу, как надо. Готов? Нет. Вот теперь да. Три. Два, один. Началось. А подожди, а какой у нас скин? Чем мы там гоняемся? Не понял, за кем мы гоняемся. За классом идет. Кого мочить? А, я не того. Убили, да? Ну что, давайте я теперь повыживаю, я сейчас покажу, как надо. Вот я вам сейчас покажу. Я один против всех аниматроников. Пацаны, давайте, покажите вещи. Я тебя найду, Димас. Не. Кстати, за кустами прячусь, сразу говорю. Можете, вокруг дома бегаю. Кто меня поймает первый, тот лучше будет искальщик. Ой, догоняльщик. Надо было перезапустить яркость горизмода. Нормально, нормально. Нет, все, хорошо. Да. Просто я на корточках хожу за деревьями. А вы меня видите, я в елках сижу. Я тебя спасу. Нету тебя здесь. А я, значит, буду тогда бежать в другую часть карты. Да ты обманываешься. Ребята. Я по кругу бегаю. Ля-ля-ля-ля-ля. Люблю повыживать, прикольно. Главное, что дольше всех, правильно повыживать? Дольше всех я выживаю. Это я. Кто ты? Я пока мисс дольше всех, правильно, пацаны, выживаю? Пока мисс я? Ну, типа. Динат, давай пацаны я пойду. Не. А, хорошо. Ты думаешь, ты затащишь? Да. О, привет. Да отвали, блин, я думал, ты не достанешь. А, хорошо. Ты можешь, да? Ну что, ты готов? Я нет. Васаби скромник, я надеюсь, ты затащишь лучше всех. Давай, я готов. Можно потом я? Хорошо, бегать, хорошо. Конечно, бегать. А потом я. Так, я ну бегу. Что? Я взял убивать тебя. Из тумана дневновато, но пусть будет. А ночной режим нельзя, да, попробовать? Три, два, один. Битва началась. Гонки в черном лесу. Я его вижу. А, это не тот. Убиваем все. Вижу. Так, васаби скромника, да, надо убить? А я вижу его, я бегу к нему. А где он? Он в деревне, Ах ты хитрый. Так, я его встречаю. Так, может, он отсюда бежит, сюда. А, здорово, я выйду. Так. Я же могу ТП-хаться, точно. Я просто буду бегать по кругу. Ну? Здорово, я тебя вижу. Ой, я ТП-хнулся. Я перед тобой пробежал, только местом где-то быстро. Да? Ох, и громкие аниматроники. Так, давайте его будем высматривать. Где этот челепиздрик бегает? Я его вижу. ТП-хаюсь ему наперед. Не вижу. Так, надо сделать небольшой туман, чтобы было видно лучше нам. Сейчас. Димас, врёшь. Не видишь. Так, бежит. Пока меч лучше всех выживает, да, пацаны? Ну, надеюсь, это временно. Не убил. Представляете, это было так близко. Это было прям... Есть, крошка, молодец. Прочитал его. Это было красиво. Согласен. Ну что, кто там еще хочет?
Я первый хотел. Давайте кокос. Сейчас из дома выйду, в общем. 3, 2, 1 Погнали. Кокос, ты продержишься меньше всех, смотри. Ты не наигранный. А, можешь ты пехаться, ребята, только с опозданием. Все бегут ему навстречу. Смотрите, как мы его уже прочитали все. Он в доме, он в доме. Ну все. Он, я знал, что он не продержится, потому что он не такой наигранный, как мы. Я всегда беру обманом, другие скиллом. Хотя обман и скин это тоже одно и то же. Ну что, последняя дуэль, пацаны. Каждый аниматроник сам за себя. А я еще не был как этим. Ворон? Да, я еще не был. Ну давай, давай, хорошо. Ты готов? Ты-то умер сразу, чувак. Да, готов. 3, 2, 1 Лучший подписчик среди первых умерших. Смотрите. Сейчас мы тебя замочим. Я даю даже время. 20 секунд максимум. Я думаю 30. Не, думаю 20 секунд. А где он? Я только его не вижу. А, мое предсказание сбылось. Последняя дуэль. ПВП. 3. Давай лучше всех. 2, 1 Битва началась. Все аниматроники одинаковые должны быть. Все должно быть по-честному. Давай. Я посмотрю, как будет вы умирать будете. Ой, кубик упал. Я тебя убил. Ты дурак, что ли? Ты со мной решил закуситься? Да я убить аниматроников. Я тебя убью. Я сказал. Я лучший кликер аниматронщиков. Ну что, кто еще остался? Кто? Я. Так ты ж умер. Нет. А, крошка. Ты дурак, что ли? Ах ты. Ну что, кто еще? Кто? Кто против меня выступит? Лучшего крышника в этой серии. Ну что, я выиграл? Нет. Давай, кто еще? Кто? Давай, иди сюда. Отстань, ворон, я умер. Давайте, надо воевать с настоящими бойцами. Это уже все. Прошедшее. Умершее. Да я убийца, я тебе не дамся живым. Ребята, я же... Он читер, красавчик. Ты меня убил? Да. И что, получается, Кити лучший? Нет, еще. А, еще есть битва? Давайте, пацаны, я жду. Кто же из вас выиграет? Мне очень кто интересно. Я на кокос подумаю. Кокос, давай. Давай, я в тебя верю, кокос. А там тебе ворон. От ворона кокос. Это почему я еще остался? Ну, давай, я верю. Есть. Кити еще живой, как он? Он что, лучше получается? Нет, давай, какой? Ой, чуть не взорвался. Я по привычке уже люблю все повзрывать. Ой, вообще ничего не видно. Что лица? Блин, да что-то битва долго. Давайте, пацаны, решайте. Ну. Ты боишься? А, ты боишься проиграть? 6к хп, у него 10к. Да ну это ты на скилл возьми, бегай по кругу и дамаж. Во, давай, я за тебя не болею. У тебя меньше жизни. Блин, это крики, это жесть громко. Че, никто не проиграл? А, у них последняя стычка, давай. Тикает, боится, что жизни мало. Так, 3900 и 10. Кити выиграл. Видишь? Скилл решает, а ты переживал. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Опередил. А теперь нет.